Вітанчикова, мої дорогі, з незламної України. С вами, как всегда, Руслан и Мирмодов, ETS-2. Сегодня мы с вами соберем очередную шикарненькую сборочку. За основу в этой сборке мы с вами возьмем нашу недавно обновленную карту нашими энтузиастами, правда, старая версия карты MH Pro. Карта старейшая, она у нас в ETS-ке еще где-то с 24-й версии. Но, есть актуальная версия 1.46 данной карты, но она, ребятки, платная, стоит 5 евро. Ну, смысл нам, да, тратить бабульки, если у нас наши энтузиасты поработали, взяли старую версию, вроде бы 43-ю, и сделали адаптацию ее под нашу актуальную версию 1.46. Карта интересная, перекраивает наш дефолт по полной программе. Ну, короче, достойный заменитель будет для нашей карты ProMods. Кому, так сказать, поднадоел ProMods, я думаю, шикарно будут покатать по данной карте. Ну и поехали, мои дорогие. Будем собирать с вами интересненькую сборочку, по которой, я думаю, не без удовольствия покатаетесь. Итак, мои дорогие, как всегда, мы с вами пробежимся быстренько по архивчикам. Поехали. Вот у нас архив карты MH Pro. Архив у нас находится в формате WinRAR, вес данной карты 1,2 гигабайта. Что мы делаем с вами? Просто открываем архивчик, да, и вот у вас 5 файликов. Все, архивчик вы открыли, все как всегда, по пути документы, Eurotruck Simulator 2, папочка мод. Опа, архивчик открытый, зажимаем или выделяете, вот, выделяете все файлы или там по одному, как вам будет удобно. Левой клавишей мыши зажали, перетащили на чистое поле, все. Карта у вас пошла устанавливаться. Все, класс, ребятки. С этой картой MH Pro мы с вами разобрались. Так, дальше. Что у нас с вами будет? Дальше у нас с вами будет карта Палыча. Версия карты старая, 5.3, но тем не менее. Прекрасно работает. Да, я думаю, и больше всем заходит, чем карта RusMap. Это однозначно. Так. Архив у нас также в WinRAR, открываем архивчик, архив открыли, вот у вас еще одна папочка. Еще раз нажимаем, открываем папочку левой клавишей мыши, для тех, кому это все непонятно, потому что в комментариях много вопросов по поводу установки. И вот у вас два файла, модель и DefenMap. Все тоже, ребятки, так же самое по пути документы, Eurotruck Simulator 2, папочка мод, все это дело туда перекинули. Класс, все, с этим разобрались. Дальше, у нас будет вот еще фикс-пак. Все ссылки, естественно, будут в описании под видео, так что все скачаете, не запутаетесь. Вот с данного фикс-пака мы берем только вот один фикс для Казахстана. Также этот фикс по пути документы, Eurotruck, папка мод, перекинули. Молодцы, класс. Дальше у нас будет карта Казахстана. Старой версии с 1.45, но с Аралом. Ну, она мне как-то так больше всех заходит. Да, я думаю, и вам это будет поинтереснее. Также архивчик открываем. Вот у вас 4 файлика. Все тоже по пути. Документы, Eurotruck, папка мод. Все это дело туда перекинули. Класс, молодцы. Дальше у нас будет вот недавно получившее обновление карта Сибири. Да, тут приколов с этой картой Сибири, ребят, тьма в комментариях. Многие пишут, а где ж там Сибирь-то на этой карте? Мои дорогие, ну не задавайте мне таких тупых вопросов. Ну я откуда знаю? Вы к автору обращаетесь. Где там Сибирь? Есть там Сибирь? Нету там Сибири? Это все вопросы к автору карты. Почему он так назвал? Почему там нету Сибири? Все вопросы, пожалуйста, к нему. Я думаю, понятненько, да? Дякую за понимание. Так, вот. Карта Сибири. Файл формата SCS. Просто берете это дело, копируете и все так же. Документы, Eurotruck Simulator 2, папочка мод. Опа, сюда вставили. Все, класс. Карта у вас установлена. Так же само, ребятки, так же само устанавливайте и карту Южный регион версии 12. Также скопировали файл в формате SCS. И по пути документы, Eurotruck Simulator 2, папочка мод, туда все это дело скинули. Все, практически у вас уже это все готово. Ну а теперь, как всегда, в менеджер модификации все это дело красивенько расставим с вами. И будете кататься по шикарненькой, ну, супер шикарненькой сборочке.
с картой МХ Pro. Да плюс такими еще более-менее нормалезными картами. Поехали. Ну и как всегда, мои дорогие, начинаем мы с вами с версии игры. Версия игры актуальна на сегодняшний день 1.46.2.13S. У меня же это официалка стимовская со всеми дополнениями, то бишь DLC. Напоминаю, как всегда, чтобы вы могли комфортно покатать по данной сборочке, у вас должны быть установлены абсолютно все DLC-карт, которые есть у нас в игре на сегодняшний день. Напоминаю, этих DLC-карт у нас 7. И не задавайте тупых вопросов в комментариях. А что, без DLC я не покатаю? Нет, не покатаете. Уже давно пора это усвоить. Итак, поехали дальше. Снизу выставляем карту Сибири, версии 2.5.0. Далее у нас идет Южный регион, версии 12.0. Дальше у нас идет карта Казахстана. Выставляем модель 2, модель MapDev. Далее у нас идет вот эта обновленная карта МХ Pro. Версия ее вроде бы 1.43, но наши энтузиасты сделали адаптацию под версию 1.46. И скажу вам, что как бы так достойненько это все дело адаптировали. Выставляем Part 4, Part 3B, Part 3A, Part 2 и Part 1. Все, ребятки. Далее выставляем карту Палыча, модель DefenMap. И вот этот коннектор, который нам даст соединение с картой Казахстана. Ну и, естественно, подложка, ребятки. Подложку ставьте в обязательном порядке. Ну и выше подложки, соответственно, все те моды, которые вы используете в игре. Вот так. Незатейливая установочка. Шикарненькой, можно сказать, бомбезненькой сборочки, по которой будете с удовольствием катать. Поехали дальше. Уже в карту посмотрим, что там да как у нас стыканулось. Ну и вот мы с вами уже непосредственно в самой карте. Вот так выглядит наша доблестная карта МХ Pro. Ребятки, перелопачивает полностью наш дефолт. Интересные места, ну можно сказать, красивейшие места. Все бомбезно, я думаю, с удовольствием покатаете. Класс, тут в принципе перелопачен весь наш доблестный дефолт. Солидно, хорошо, красивенько. Так, далее, что у нас далее? Далее у нас карта Палыча. Ну, я думаю, всем это все хорошо известно, да? Все стыковочки, все везде. Она как-то так стала, как родная здесь. Ну, соответственно, Южный регион наш. Доблестный. Так, дальше у нас карта Сибирь. Тоже покатаете, я думаю, не без удовольствия. Тут у нас он немножко подобавлял. Ну, как бы так, интересным вариантом все это дело. Ну и наш Казахстан, ребятки, куда же без нашего доблестного Казахстана. Напомню, что Арал уже есть в данной карте. Тоже не без удовольствия катнете по такой неплохой сбалансированной сборочке. Я думаю, что данная сборка пойдет на любом ПК. Без ограничений. Сборочка сбалансированная, не тяжкая, так что, я думаю, будете катать не без удовольствия. А спасибо, мои дорогие, будем с вами прощаться, как всегда, короночка. Понравился видосик? Не забудь, поставь лайкосик. Как всегда, большая благодарность всем моим спонсорам, всем моим подписчикам. Ребятки, низкий вам поклон лично от меня до самой земелечки за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете каналу. Дякую вам от души. Ну и маршруты, ребятки, маршруты шикарные. Я вам... Откуда я взял? С Льеж маршрут. У меня он там на 4 с копейками. И куда я? В Новороссийск. Ребятки, класс, да? Бомбезненько. Класс. Короче, отвлекся. Ну и как всегда, всем мира, добра, всех земных благ. Быть добру. Все будет Украина. До новых обзорчиков. Всем пока-пока, мои дорогие. И катайтесь с удовольствием в нашу доблестную Евротрак Симулятор 2.